Всем привет! Еще одна новинка от Final Approach в этом году в разделе сумок и рюкзаков. Это рюкзак для охоты на водоплавающую дичь. Выполнен он в расцветке Habitat. Это лицензионный цвет от Mozi Oak, что свидетельствует здесь лычка лицензии. В принципе, этот цвет неплохо сочетается с цветом NV4, хотя немножко темнее. Так. Материал изготовления 600 дин. Это очень износостойкий, плотный материал, который начинают использовать уже в производстве засидок для лежачих засидок на гуся. О содержимом. Впереди у нас имеется два кармана, два таких небольших кармана, подмоночки, перчатки туда можно бросить. Вот такой вот они, такого размера, размера с ладошку. Здесь стропы палс для моли совместимых систем, можно подвешать что-то. Так вот они выглядят. Вот. Все молнии у нас водонепроницаемые. Материал, кстати, тоже водостойкий, но у сумки водонепроницаемая. То есть глубина где-то 5 сантиметров, вы поставите его в воду, он будет абсолютно нормально себя чувствовать. За счет того, что есть такое дно, рюкзак стоит спокойно, то есть доступ к нему более... он не падает, более спокойный, можно, более стабильный получается. Далее у нас здесь есть вот такой вот карман, очень классный карман. Здесь есть фастексы, которые удерживают его как столик. Я дальше покажу, эту сумку можно подвешать. В принципе, и так можно подвешивать, но есть еще стропы специальные для подвешивания где-нибудь на дереве. И здесь можно, в принципе, даже разложить какой-то стол, чтобы там перекусить. Он очень хорошо держит, потому что материал весь уплотненный, то есть внутри есть слой, противоударный слой. Он, конечно, утяжеляет рюкзак, вес рюкзака где-то 2200 грамм, но он делает его таким очень надежным, очень удобным в использовании. Внутри здесь у нас сетчатые отделения под всякую мелочевочку. Здесь два маленьких кармашка, если видно. Так вот это выглядит. Так, следующий раздел у нас здесь кармашек с таким микрофлисом внутри. Здесь у нас такие из мягкого пластика сделаны висюльки, чтобы удобно было открывать. Здесь у нас фастексы, чтобы контролировать объем рюкзака. Основной отдел выглядит так, не знаю, будет ли это видно. То есть здесь есть карманчик, чтобы поставить систему для воды. И она здесь выходит, здесь вот шланг будет выходить вот отсюда, чтобы можно было пить во время несения рюкзака. Ну и два небольших кармана сетчатых. Основной отдел. Так, это внутренняя часть. Сверху у нас кольцо, D-образное кольцо металлическое, вся фурнитура металлическая, кроме фастексов. Очень удобная ручка сверху. Сзади при подходе очень толстые, удобные, мягкие основания спинки. То есть эти три точки, которые делают комфортным ношение рюкзака. Наплечные лямки сделаны также из полимерного мягкого материала, очень приятного, очень надежного. D-образные кольца на обеих лямках. Здесь также палс для моли систем. Можно что-то подвешивать. Два с обеих сторон, по два маленьких кармашка. Что здесь, что здесь. Все регулируется по длине, подгоняется под рост, под размер. Вот такая замечательная система у этого рюкзака. Есть у него еще и своя фишка, которая сделана непосредственно для охотников. Здесь кармашек снизу, он вытаскивается, и это система для установки оружия. То есть ружье прикладом ходит сюда, верхняя часть с помощью вот этих пастексов приходит сюда. То есть даже будет он, если в быстросъемном чехле, если оружие будет в быстросъемном чехле, его можно сюда установить. Здесь вы можете сейчас сравнить расцветку Mozi Oak Habitat и нашу расцветку NV4. В принципе, да, он потемнее, но они могут
успешно сочетаться. Если вы используете расцветку NV4, этот рюкзак вам будет вообще кстати. Так, вот еще одна фишка рюкзака, которую я хотел бы рассказать. Здесь есть такой вот кармашек, он открывается. Здесь специальные стропы с таким вот металлическим замочком интересным. Вот так мы вешаем рюкзак. Для чего это нужно? Как раз, чтобы иметь доступ к этому отделу столу. То есть этот столик достаточно жесткий, достаточно прочный, чтобы удерживать разные вещи. Допустим, даже уточку кладу, она там 400 грамм весит. Вот, столик, в принципе, ее держит. То есть здесь достаточно можно разложиться и перекусить или какие-то вещи выставить. Мы выставляли термос литровый, он тоже его держал, все нормально было. Так что очень продуманный рюкзак. Рюкзак создан специально для охоты на водоплавающую дичь. И он, ну, действительно послужит вам верой и правдой. Спасибо.